На подходе Олимпийские игры – самые ангажированные, бессмысленные и грязные последних десятилетий. Париж решительно не готов их принять. Мутная и вонючая вода в реке бьет все нормы ненормальности. Сама столица Франции кишит крысами, бомжами и преступностью. Многие объекты тупо недостроены или не готовы. Но привычно хорохорящийся пока еще президент с ужасным рейтингом среди своих же соотечественников Макрон непоколебим. Проведем. Сегодня мы предупреждаем власти, что полицейские не готовы к Олимпийским играм 2024. Опять же, может многое произойти помимо запланированных мероприятий, которые потребуют усиленного присутствия полиции. Но представьте, что 2024 год будет таким же, как 2023. Это нас очень беспокоит, если опять будут беспорядки в пригородах. Опять случится теракт или протесты в связи с решениями правительства. Решать это придется полицейским. Мы к этому не готовы. Положив конец многомесячному напряжению, Международный олимпийский комитет разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Парижских олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом и на строгих условиях. Конечно же, некоторые спортсмены решили принять в них участие. В частности, речь идет об атлетах. Правда, они будут выступать под нейтральным статусом без флага и гимна. Мало того, с них возьмут важные расписки, как пропуск к соревнованиям. Но и этого мало для мэра Парижа. Трудно их видеть даже под нейтральным флагом. Ведь мы знаем, насколько много внимания Путин уделяет российским спортсменам. А эти так называемые расписки, но очень интересные документы. Оказывается, министр спорта страны У. Матвей, заговорящий за всю страну фамилией Бедный, предложил взять с российских и белорусских спортсменов расписки о том, что они не будут участвовать в играх дружбы. Огромный камень в российский огород при условии, что Российская Федерация выступает их организатором. Ах да, игры дружбы в Европе рассматривают как страшного конкурента Олимпийским играм. Иными словами, спортсменов хотят обязать под роспись отказаться от каких-либо дальнейших выступлений на российских площадках. Иначе сразу могут запретить участвовать в Олимпиаде. Вот еще новость из мира спорта вне политики. Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гуцайт сообщил, что атлетам будет рекомендовано не поздравлять россиян и белорусов, не стоять с ними на общих фото, не давать совместные интервью и не пожимать руку во время игр. Неполитичненько, согласно олимпийским принципам, не находите? Ведь спорт – ты мир, да? По словам Гуцайта, сейчас эти вопросы обсуждаются с международными федерациями, чтобы у украинских спортсменов не возникло проблем, как в случае с саблисткой Ольгой Харлан. Ее дисквалифицировали за отказ пожать руку российской спортсменке на чемпионате мира по фехтованию. И дисквалифицировали. И совершенно верно, и согласно регламенту. Но разве его нельзя переписать в угоду сумасшедшим? Самомнением выше неба. Вот ведь как получается, в Неньке тотальная катастрофа. Огромное недовольство всех слоев населения, полный крах экономики, разруха и беспросветное будущее. Но при этом, что делают эти войны? Да, занимаются тем, что не имеют никакого отношения к улучшению ситуации, устраивают клоунаду, как и их чудаковатый предводитель, ведут борьбу с государственной символикой, русскими фамилиями и так далее. Главная идея предстоящей Олимпиады – унизить наших спортсменов всеми правдами и неправдами, не дать им победить ни в одном виде спорта. А если это вдруг и случится, напечатать сотни газет, показать на миллионную аудиторию – победил не россиянин или белорус, нет, победил человек, у которого есть имя, но нет родной страны. Никто. Белый флаг. Пустое место. Да, он был хорош, он был лучшим, но кто он? Кто? Белорус? Мы таких не знаем, увы. Те, кто не согласны с тем, что идет война и против войны, пускай уезжают с России и выступают под флагом Международного олимпийского комитета как команда беженцев.
У нас в стране и в России достаточно площадок для соревнований, где можно показывать свои достижения и успехи. Зачем ставить Запад, который наплевал на все олимпийские принципы и перечеркнул главное правило – спорт вне политики, во главу угла? Это вопрос к некоторым спортсменам, которые до сих пор считают, что если они выступают на Олимпийских играх, это то, что им надо. Это вершина их спортивной карьеры. Вершина спортивной карьеры – стоять на пьедестале в национальных цветах и слышать, как дрожит сердце в такт известной всей стране мелодии. Быть в статусе нейтрального участника – это самообман, не победа. Не призовое место никогда не развеют боль от сознания того, что ты чемпион. Но никто в мире этого не признает. Никогда. И ты так и останешься кем-то там под белым флагом, всего лишь частью истории, которая скроется в тумане политики. Сейчас наш спорт получает достаточно внимания от государства. Лучшим из лучших все привилегии, льготы и бонусы. Так что же мешает оставаться в Беларуси, выступать в России и не оглядываться на Запад? Понятное дело, что есть и другие соревнования, но хотя бы вот здесь, где нас открыто пытаются унижать, не стоит участвовать. Может, лучше проявить солидарность со страной, которая сделала из тебя спортсмена. Медаль сквозь плевки в спину – это действительно то, чего мы заслуживаем? Спорт всегда был вне политики, в хорошем смысле слова. Спорт – это патриотическое воспитание. Это объединяющий мир было всегда явление, когда болели за разные страны, сидели, получали эмоции. И Беларусь никогда по их пути не пойдет. Мы не пошли во внешней политике по их пути. А они границы закрывают, они же себе хуже делают. А мы полякам-литовцам открываем. И сегодня, когда мы будем проводить соревнования, любая страна, вот захотят спортсмены приехать, мы все условия создадим. Никогда не будет с Беларуси заявления. Ваше правительство проводит какую-то политику в отношении Беларуси. Поэтому мы спортсменов с этой страны не пустим. Пусть эти сумасшедшие между собой занимаются проверками, носятся с расписками, не жмут друг другу руки, позволяют мужикам напялить юбки и легко побеждать женщин на их гендерной территории. Отменяют спортсменов за любой чих в соцсетях или за обычный поцелуй. Эта вакханалия уже давно не имеет ничего общего со спортом, кроме названия. Олимпийские игры звучат гордо, но уже совсем не так, как 20 лет назад. Да, игры БРИКСа, дети Азии, игры дружбы, они обязательно пройдут, причем в идеалах олимпизма, а не бюрократической, политизированной машины-монстра, которого вырастили на развалинах олимпийского движения, призванного когда-то объединять весь мир, а не разъединять братские народы. Много спортивных мероприятий, которые будут, в отличие от некоторых других, опираться на те самые идеалы олимпизма, которые закреплены в Олимпийской хартии и которые нынешнее руководство Международного олимпийского комитета, к стыду своему, я надеюсь, презирает и попирает в угоду все тем же самым гегемонам, которые эту свою роль гегемонов пытаются всеми правдами и неправдами сохранить. Альтернатива Олимпийским играм – очередная возможность для всего мира прозреть и увидеть, что спорт, много лет назад утративший чистоту и аполитичность, может быть открытым, красивым и зрелищным. Главное быть честным с собой в вопросе – любите ли вы свою страну?